Опа, сейчас переведу. Добрый вечер, дорогие друзья. Я сегодня вернулся к вам с новым реакционером и с его первой реакцией, которая была сделана год назад. Естественно, на SOS. Поэтому, да, сегодня будет для вас очень хороший вечер с моим примерно 8 или 7-минутным видео. Ребята, огромное вам спасибо за то, что вы смотрите мои видео, за то, что ставите лайки, пишите комментарии и поддерживаете меня в денежном плане. Если кому-нибудь из вас интересно поддержать меня, то реквизит у меня в описании под видео. А также у меня есть телеграм-канал, куда я выкладываю, ну, как бы видео, то есть то, что на YouTube я выкладываю сначала в телеграм. Ну, типа, вот, новость, а скоро будет видео, чтобы вы не пропустили мои видео. Так что подписывайтесь на мой телеграм. Да, ну, давайте начнем. Привет и добро пожаловать на канал Stratelli Studios. Я Джефф Кастанон. И я решил сделать то, что меня попросили сделать некоторое время назад. И у меня как-то руки не доходили сделать это. Ну, и я серфил по интернету и случайно увидел это видео. И я подумал, ну, не бывает лучшего времени, чем сейчас. И поэтому сегодня мы будем слушать Димаша с песней SOS. И это видео 2021 года. То есть это было довольно-таки недавно. Я не знаю ничего об этом парне, помимо того, что говорят, что у него огромный диапазон и красивый голос. И мне еще не приходилось довольствоваться этим самому. Я увижу это видео впервые. И вы увидите, как я увижу это видео впервые. А потом вы увидите, как я увижу, как он увидит это видео впервые. И мне вот очень интересно, на что же способен этот парень. Итак, давайте начнем. Очень красивый голос. Вау. Вау. Wow, what a range. Ха-ха-ха.
Это не по-человечески. Боже мой. Но знаете, это очевидно, что диапазон, который у него есть, это за гранью того, на что способны большинство людей. Эти низкие ноты и эти высокие ноты. Его диапазон просто уму непостижим. Но то, что мне понравилось, так это то, что когда я был удивлен его голосом. Я был удивлен, потому что когда он начал петь душевно посередине своего диапазона, это было невероятно. Мне и вправду нравится, как звучит его голос. Мне, конечно же, нравятся его низкие и высокие ноты. Мне понравилось, как он пел оперным образом. Ну, знаете, в более таком классическом стиле. Но душевность в его голосе, тембр его голоса, а также интонации... У него была действительно красивая душевность в среднем диапазоне. Все, что он там делал, это было круто. И это было красиво. Ну, вау, я никогда не слышал подобного ему. Диапазон. И не только диапазон. Он может все. Знаете, о чем я думал во время прослушивания? А что он не умеет делать? И он справился со всем этим. Это невероятно. Я должен посмотреть и другие его видео. В одном видео я понял, на что он как бы способен. Потому что здесь он показал очень многое. Теперь мне интересно узнать, что еще он умеет делать. Вау, да, мне снесло крышу. Я совершенно и абсолютно потрясен этим. Теперь я понимаю, почему многие хотели, чтобы я увидел это видео. Это же феноменально. Надеюсь, вы тоже насладились этим видео. Скоро увидимся. Всем пока.